О вкладе промышленного гиганта в общее дело Великой Победы говорили и на состоявшемся в стенах 20-й школы торжественном мероприятии. Поздравить ветеранов пришел депутат городского собрания Павел Бовшик. Если по всей стране до сих пор сложно найти семью, в которой никто бы не пострадал от фашистской чумы, то в Магнитогорске едва ли сыщется таковая, в которой кто-то из родственников не работал в тылу, как правило, на Магнитогорском металлургическом комбинате. Об этом говорил Павел Бовшик, выражая слова искренней признательности за титанический труд ветеранов. «Мы, современное поколение», — заметил депутат, — «в неоплатном долгу перед теми, кто принес мир в нашу страну ценой собственной жизни». «Мы, нынешнее поколение, делаем все, чтобы будущие наши потомки помнили тот подвиг, который совершили ветераны войны, ветераны тыла, тот труд, который был вложен вами, работниками тыла, вами, тружениками, воинами на полях сражений, он никогда не должен быть забыт». «Вы научили нас работать», – отметил Павел Александрович, добавив, что сегодняшние победы и достижения ММК основываются на сделанном ветеранами, в том числе в годы военного лихолетия. Заметим, эта встреча – лишь часть развернутой комплексной программы помощи как ветеранам округа, так и в целом представителям старшего поколения.